В основном это молодежный актив. Одной из главных причин стало несогласие с политикой руководства партии. Как утверждают уже бывшие члены КПРФ, их предложения и идеи подавляются. Инициативы молодежи во внимание и вовсе не берутся. Реальная работа отсутствует. Из КПРФ уходят молодые кадры. Вся партийная работа Краснодарского городского, да и краевого комитета КПРФ, это не борьба за интересы простых и угнетенных масс, за интересы трудящихся. Это постоянная борьба за власть, постоянная борьба за депутатов. Мандаты. Провозгласив КПРФ правопреемницей КПСС, наша партия представляет собой хороший, дорогой торговый бренд. Так за месяц из состава Краснодарской городской организации КПРФ вышел весь молодежный актив, около 10 человек. Все они обратились в политическую партию «Коммунисты России» с просьбой принять их в свои ряды.